В очередной раз порадовали своих поклонников воспитанники оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев. Они показали отличные результаты на чемпионате России по плаванию, который в эти дни проходит в Казани, и получили путевки на Олимпиаду в Токио. Соревнования в Казанском дворце водных видов спорта начались 3 апреля и закончатся 9. Оба наших спортсмена выступили в третий день. Сначала в заплыве на 200 метров вольным стилем свое мастерство продемонстрировал Иван Гирев. Почти всю дистанцию он держался на третьем месте, но в конце смог сделать рывок и стать вторым. Двукратный чемпион мира Евгений Рылов вряд ли чувствовал себя абсолютно уверенно. Его соперниками стали не менее именитые спортсмены. Тем не менее, Евгений выиграл старт, а далее только наращивал темп. В результате первое место и новый российский рекорд. Таким образом, оба спортсмена успешно выполнили отборочный норматив и примут участие в Олимпийских играх, которые этим летом пройдут в Токио. На нынешнем чемпионате России медали вручали не только пловцам. Награды вместе с Евгением и Иваном разделил их тренер Андрей Шишин.